Я подумал, русская земля, ты вся как есть, могилу подождал. Вот книжечка вышла Геннадия Григорьева. Мы тут премию давали, Петрополь. Первая премия Геннадия, гениального поэта, спустя 10 лет, посмертная премия. Удивительный был человек. Я с ним был знаком, вот, даже выпивал когда-то очень давно. А стих такой: «Могила Мандельштама». Еще я сразу скажу, тоже бывал в тех местах и пытался найти эту могилу. Вот ездил туда, Дальний Восток, ну вот, как бы, очень проникся. «От молнии, ударивший в висок, на небесах не остается шрама. Страну изъездив вдоль и поперек, я не нашел могилы Мандельштама. В ненастный день во всей моей стране стонали сосны на ветру жестоком. Я не нашел ее на Колыме, не обнаружил под Владивостоком. Повсюду жесткий, как короста наст, ни номера, ни даты, ни завета. И я не смог букет военных астр оставить в надгробии поэта. А крест лежали горы и поля, и люди шли и шли вперед упрямо. И я подумал, русская земля, ты вся как есть, могила Мандельштама». Геннадий Григорьев. Эй, да, ой, да, ой, да, ой.